6 самых взрывных знаков зодиака. У каждого представителя определенного знака зодиака есть свои особенности, и это факт. Но некоторые люди, рожденные под определенным созвездием, могут иметь одинаковые черты характера и даже уязвимые места. И предлагаем вам ознакомиться со списком тех знаков, которые оказались самыми вспыльчивыми и нервными. Весы. Не стоит спорить, что это невероятно ответственные люди. Они никогда не откажутся от своей работы и не свалят ее на другого человека. А вот на сами весы коллеги не прочь переложить несколько заданий. А так как они не могут отказать, то сразу начинают нервничать под грузом такого большого количества работы или даже мелких бытовых задач. Близнецы. Это очень двойственная натура, и вряд ли кто-то сможет сразу понять настроение таких людей. Они могут быть очень милыми и нежными, но уже в секунду изменить свое настроение на самую настоящую пороховую бочку. Но даже если близнецы и взрываются, они могут быстро остыть и не таить обиду. Рак. Как показывает практика, большинство раков просто хочет быть лучшими во всем и всегда. Часто, если это не удается, такие люди начинают процесс самокопания, который приводит к еще большему стрессу и переживаниям. Помните, даже если раки не показывают свое волнение и нервы, это не значит, что они спокойны. Дева. Эти люди в точности, как и раки, очень не любят показывать свои эмоции другим людям, а уж тем более на публику. По своей натуре они самые настоящие аналитики. Можно сказать, что девы всегда находятся на грани стресса, так как боятся совершить ошибку даже в самых мелочных вещах. Скорпион. На самом деле, условно, таких людей можно разделить на две группы – буйные и тихие. Но смысл всегда один и тот же: если скорпион взрывается, то можно ставить крест на отношениях. Часто представители этого знака не умеют забывать и прощать обиды. А взрыв эмоций может быть очень сильным. Стрелец. На первый взгляд представители этого знака могут показаться очень тихими, спокойными и милыми. Но их очень легко вывести из равновесия, особенно если вы заденете самолюбие таких людей. Они даже не могут допустить мысль, что где-то были неправы. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.